Добрый день, освоение вязальной машины с нуля. В этом видео хочу пригласить вас на наш новый вязальный марафон. Ведь все мы знаем, что освоение машинного вязания не столько сложно, сколько скучно, и нам приходится повторять одни и те же приемы для того, чтобы связать какое-то крупное изделие. Поэтому мы придумали формат обучения в виде марафонов, когда мы вяжем небольшие изделия, на которых мы не успеваем устать от этих больших бесконечных простыней, затканных одним и тем же узором. В ближайшее время, в мае, мы будем вязать изделия, точнее, это будет кофта. И сам марафон мы назвали «Белая овечка», исходя из того, что мы будем использовать бежеватую пряжу, которую предоставил нам наш спонсор, магазин «Вязание Вязники». Приз марафона – это сертификат на 1000 рублей, но до победителя нам еще пока далеко. А чтобы принять участие в марафоне, нужно всего лишь сделать репост рекламной записи на свою страницу и сообщить нам о том, что вы принимаете участие в этом марафоне. Все нужные ссылки размещены в нашей группе ВКонтакте справа, и вы можете посмотреть. Это ссылочка на приз марафона, правила марафона. Это магазин нашего спонсора и тарифы марафона для тех, кто не хочет участвовать в бесплатном формате. Бесплатный формат подразумевает то, что вы выполняете те задания, которые вам выдаются. А задания будет несколько. И если вы не успеваете уложиться в отведенное вам время, то автоматически вы выпадаете из марафона. Поэтому для тех, кто понимает, что он не может жить по указке, что он сам себе хозяин и сам решает, что ему вязать или не вязать, то для вас существуют тарифы марафона. Тарифов всего три. Первый – это бесплатный. Второй – это участие в марафоне без отчетов. Вы можете смотреть, конспектировать, отчет не присылайте. Третий вариант – это вы смотрите. Отчеты можете присылать, можете не присылать, но в итоге вы еще и получаете запись. На время проведения марафона эти тарифы фиксированы, и после старта марафона принять участие бесплатно вы уже не сможете. Ну а по окончании марафона эти стоимости будут увеличены, потому что вы сможете увидеть не только то изделие, которое мы, как организаторы, вам расскажем, как вязать и покажем, что получается, но вы увидите и те изделия, которые будут навязаны участниками марафона. И обычно именно эти работы наталкивают на ту мысль, что зря я не проучаствовала в этом марафоне. Ну и так как у нас приближается лето, то сейчас последние деньки, когда мы еще можем позволить себе поиграть. И поэтому наш марафон из разряда «Детские игры для взрослых девочек», он как раз для вас заключительный весенний марафон. А дальше летом, если у вас останутся силы, то мы приглашаем вас и на наши следующие марафоны, которых, я надеюсь, будет много, и все они будут с непредсказуемым результатом. Все ссылочки на условия участия, на нашу группу ВКонтакте, на тарифы марафона, на магазин нашего спонсора находятся под этим видео. Для участия вам необходимо иметь почту Google и аккаунт ВКонтакте, так как вы будете самостоятельно выкладывать свои отчеты в альбомы, предназначенные для отчетов участников. Но я с вами прощаюсь и жду вас 14 мая на старте нашего вязального марафона «Белая овечка». С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.